Приветствую вас, дорогие друзья! Итак, сегодня у меня экстренные новости для всех любителей серии игр Total War. Дело в том, что буквально вот несколько часов назад были опубликованы новые данные по ожидаемой многими Total War Saga Troy. Дело в том, что Creative Assembly выпустит Total War Saga Troy уже 13 августа 2020 года эксклюзивно для Epic Games Store. И только через год игра появится в Steam. Что же, как мы видим, война платформ продолжается. Однако не спешите морщить лица и проклинать Epic Games Store из-за того, что ожидаемой многими игры не будет в привычном и ламповом Steam'е. Есть в этом и хорошие новости. Поскольку это было эксклюзивное предложение от Epic Games Store, то в день релиза, 13 августа, игра будет раздаваться бесплатно, 24 часа. Так что ставьте себе уже напоминание на смартфон и не пролюбите момент урвать новый Total War на халяву, иначе опоздаете. Поддержки модов в первый год, пока игра будет эксклюзивом для Epic Games Store, не предвидится. Так же, как и последующий кроссплатформенности со Steam. В общем, вот такое вот довольно неординарное решение со стороны как Creative Assembly, так и Epic Games Store вышло. Наверняка эпики неплохо так занесли денег к креативам и Сеге, чтобы Троя год побыла временным эксклюзивом, да еще и полностью бесплатный для всех первые 24 часа с момента релиза. Так или иначе, выигрыши от этого больше всего будем, конечно же, мы с вами, фанаты и потребители. Что же, ждать осталось недолго, да и август обещает быть жарким. Сначала вот Троя 13 августа, а потом еще и ремейк первой Мафии 28 числа. Красотень, одним словом. А на этом все. С вами был Тямыч. Подписывайтесь на канал, становитесь моим фолловером на Твиче, ставьте лайки, комментируйте и зачеркивайте дату 13 августа в календаре. До скорых встреч!